Добрый день, дорогие друзья! С вами компания Арбат Хомс, и я ее представитель Анастасия. Мы находимся в городе Мерсине, район Тедже. Какая замечательная киска у нас тут пришла послушать. Хорошо. Ну что, находимся мы в одном из любимейших комплексов в районе Тедже со всей полной инфраструктурой. Комплекс называется «Гринаква». Мы очень много вам о нем рассказывали, но здесь остались еще несколько квартир, и вы даже можете воспользоваться небольшой рассрочкой при покупке этого комплекса. Комплекс уже сдан, здесь уже проживают люди. Как я уже говорила, комплекс полной инфраструктуры. Здесь есть и сауна, хамам, фит, два больших бассейна взрослых, детский бассейн, открытая детская площадка, зона барбекю, зона отдыха, беседки и закрытая детская комната. Бассейны уже зальются очень скоро. Мы ожидаем это либо в конце этого месяца, сейчас у нас июнь месяц, либо в начале июля. Бассейны уже почистили, провели нужные процедуры и будут скоро заливаться. Также у нас скоро приедут тренажеры в наш фитнес, где можно будет спокойно заниматься в любое удобное для вас время. Ну что, и, конечно же, я вам в этом комплексе обязательно покажу квартиру планировки 2 плюс 1. Они еще есть в наличии, наверное, где-то 5 квартир у нас осталось. Да? Ну что, давайте пойдем и посмотрим эту замечательную квартиру. Ну что, дорогие друзья, мы с вами поднялись на 14 этаж, это самый последний этаж, квартира планировки 2 плюс 1. При входе у нас здесь есть достаточно просторный коридор, присутствует железная дверь с 3 уровнями защиты, плюс уже встроенный шкаф, он идет зеркальный уже. Далее, проходя из коридора, мы попадаем сразу же с вами в светлую просторную гостиную, совмещенную с кухней американского типа. Квартиры в этом комплексе есть точно такие же, но бывают зеркальные. В этой квартире у меня с левой стороны находится кухонный гарнитур с гранитной столешницей. Установлена уже вся сантехника. На полу у нас лежит ламинат, стены побелены, присутствует панорамное остекление с французским балконом и установлены радиаторы. А самое интересное, это, конечно же, главный балкон. Пойдемте посмотрим, какой оттуда открывается вид. Ну вот и, собственно, этот прекрасный вид. То есть мы сейчас находимся на 14 этаже, напомню. В принципе, в этом комплексе с первого этажа уже видно море. Ну что, и про квартиру немножечко я расскажу. На главном балконе у нас уже установлены выводы под газ. То есть вы можете установить газ, газ уже здесь активен. Также присутствует кран для лучшего мытья балкона. Ну и, конечно же, это наш вид. Хочу рассказать, что есть рядом с этим комплексом. Рядом с комплексом здесь есть все доступные маркеты. Шок, 101, БИМ. Также в 10-15 минутах ходьбы здесь проходит по пятницам базар. А самый главный плюс того, что вот за моей спиной, там, где я нахожусь, здесь будет парк, и за комплексом будет строиться школа. Гостиную от главного коридора отделяет дверь-купе. И мы попадаем в главный коридор, где с правой стороны у меня находится общий санузел европейского стиля. Здесь присутствует душевая кабина, раковина, зеркало и сам унитаз. А слева от меня, что главный плюс в этих квартирах, это есть большая просторная гардеробная, где вы можете установить шкафы, либо же использовать это просто как кладовку. Идем далее. Здесь у нас начинается первая спальная комната. Это главная родительская спальня, где присутствует свой собственный санузел. Также во всех комнатах уже установлены радиаторы. Здесь у нас, вот, собственно, санузел, он достаточно просторный. Здесь установлен шкаф и установлена душевая кабина, раковина и унитаз. Что бы я порекомендовала, сюда спокойно помещается ванная, что в Турции очень редко. Ну что, а мы идем смотреть дежурный балкон и вид, который с него открывается. На балконе у нас можно поставить стиральную машину, чтобы она не занимала место в самой квартире. И здесь есть уже выводы под кондиционер.
Посмотрите, самое главное, что здесь есть, это вот этот потрясающий вид. Отсюда видно и море, и видно горы, прекрасные апельсиновые и лимонные сады. Ну что, и детская, либо гостевая комната, она тоже выполнена в светлых тонах. Также присутствует панорамное остекление, французский балкон, установлены радиаторы, на полу у нас ламинат. Ну какова красота, посмотрите, очень красиво, здесь и море, и горы, с одной стороны море, с другой стороны горы, очень красивый район и очень красивая вокруг инфраструктура. Ну что же, а я напомню, что мы сегодня с вами смотрели. Смотрели мы квартиру планировки 2 плюс 1, 130 квадратных метров. Также в этом комплексе остались квартиры планировки 3 плюс 1 по 145 квадратных метров, и у вас есть уникальная возможность приобрести квартиру уже в сданном комплексе и воспользоваться рассрочкой на 8 месяцев. Так что звоните по номеру, указанному на экране, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео. А я пойду наслаждаться красотой, прощаюсь с вами. С вами была Анастасия, компания Арбат Хомс. Всего доброго, пока-пока! Yeah.